ты, короче, должен дойти без смертей до Маджуна. Если ты не дойдешь, если ты умрешь, не то 15 приседаний. А что ты не хочешь что-то окаменевшее взять? Я не знаю вообще, что там. Ух, какая прическа. Я в детстве знаю, такая модная была. Всех ребят стригли, ложили горшок на голову, короче, и просто хуярили. Так, давайте Наруто все-таки. Так, выберем цвет. Какой мы цвет выберем? Ух, ебать, розовый приседатель. Просто меня зовут приседатель бабушка. Это так меня назвали. Ну, ты теперь знаешь мое имя. Мне надо тело, да? Что дальше? Так, я буду мужчиной, построить билд. Вот, вот такой, вот таким надо быть, чтобы похожим хоть чуть-чуть. Давайте сделаем супер дрыща. Ебать, супер ногами накачанными. Да, так приседатель же. Именно худой-худой, но супер ногами. Так, физика. Физики. Ой, будем накачанным, потому что я много приседаю. Приседайте, дети. Могу быть свэк-бабой, могу стать бандитом. Ух ты, бандит есть. Так, я не хочу быть похожим на какого-то анимешного героя, поэтому я сделаю себе... Ну, вообще такой красивый у нас получается персонаж. Я Прощай говорю... Тебе. Я попробую найти и скинуть не люблю, не своего персонажа людей. Старого. Героя. Да нет, мы не будем выходить. Как тебе мой персонаж? Я самый настоящий проклятый человек. Когда меня освободят из проклятия, я перестану быть мразишем. А это кто? Спасибо большое. А еще ты видела, какие у меня ноги накачанные? А потому что меня зовут Приседатель. Ну там есть возле водопада проход, например. Я вижу проход, но мне советовали туда не идти, потому что я там умру. Ну значит... Ну я посмотрю, я гляну. Может пиздить либо. Так, хорошо, я запомнил, как кнопку мне кувыркаться. А кувыркание меня спасет всегда. Так, здесь какие-то норы, здесь... Нет, это не норы, подожди, это следы. И здравомыслие мне говорит, не иди туда, если такие огромные следы, то значит там какая-то хуйня здоровая. Да какие это огромные, но... а? Маленькие следы, кот. Этот след больше, чем я. Я слышу, там кто-то есть. Там кто-то есть? Hello? Ого! Я знаю, что это за ебака. Йоу! 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 А можно как-то по стелсу проходить, то есть присесть на корточки, или здесь нельзя так? Не, нельзя. А прыгать здесь можно именно вперед, ну, наверх, чтобы залазить преграды, там, препятствия? Тихо-тихо-тихо. Блять. А, страшно! Боже мой! Ты будешь не пиздиться? Нет. Я же могу мимо пройти, она меня не тронет? Он френдли. Сука, страшно, пот. А-а-а! Нет, не та кнопка! Мне пизда, мне пизда! Беги, Дима, 15 приседаний. Боже мой! Почему ты на меня напал? Не хочу с тобой драться, не хочу. Бабушки! Бабушки, можно к вам? Я думал, у меня получится. Я думал, у меня получится потихоньку так пройти, он меня не заметит. Но, к сожалению, мою розовую бороду так просто нельзя пропустить. Ладно, я открою эту дверь. Бабушки, я пошел. Вот он, будут наебщики костры. Сядешь такой, а он как хуякнет. И 15 приседаний. Так, я уже боюсь, честное слово. Praise the sun. Так, так, сейчас, по-моему, еще один человек. Так, что здесь будет? Что здесь будет? А ну-ка, иди сюда, я тебя не боюсь. Praise the sun. Боже, как много подсказок молиться солнцу. Давай, покажи, как ты умер тоже, молодой человек. Их всех что-то захуярило страшно, я боюсь. Маджула, я пришел, да, я пришел? Да, ты пришел. Все? Можешь не приседать, да. Ведь беги к костру, исследуй город. Не вспотел. Потом, когда исследуешь иди, город, потом пойдешь... Будем прыгать. Привет, добро пожаловать в мой магазин, короче, я Маугли, и я продаю арморы. Извини, я, короче, сейчас очень занят, я сижу. Поэтому, короче, купи армор. Очень дорого, у меня нет денег. Почему здесь так много людей умирает? Почему я не вижу никаких монстров? Здесь у него нет монстров. Easy game, easy life.
там кто-то есть. Не выйдешь. Не выйдешь, лох. Ебать, что у тебя из рук? Можно забрать у него в руках что? Опен, я могу... А, ты можешь открыть! Хорошо! Хорошо, хорошо, ты можешь открыть, но не можешь меня убить. Что ты можешь? Что ты можешь? Мазерфакер. А, блядь! Ууу, мазерфака, а. У него яйцо, очень большие яйца. Я видел такие в африканских семьях. Есть мужчина с такими яйцами. Иди сюда, иди сюда. Двери, говорит. Я открою. Стой! Опа! Ага, 1/3 хп, и что ты мне сделал? Опа! А я-то умнее, я-то не такой глупый, как ты. И давай вторая плюха. И третья! Финиш хим! Окей, я заберу твой живой гем. Прикосновение было нежнее шелковой нити. Мы слились воедино на глазах у всего магазина. Мои губы все сильнее касались его. Как открыть тебе двери, бухари? Бухарь орк. Я черный Смит. Агент черный Смит. И я ничего не хочу делать с твоими душами. Чоп-чоп. Спасибо, черный Смит. Давайте спрыгнем вниз. Ладно, можно умирать. Миллиард ноликов. Но они когда рядом, у меня глаза аж прыгают. Включи русские субтитры. Зачем, если я могу сам это все перевести? Это довольно просто. Пора умирать, ребята. Давайте умирать. Так. Опа. Ей, первая смерть. А как тогда спрыгнуть, если я... Давайте откроем. Я пробую просто отпрыгнуть. Отпрыгиваю, уже нажимаю, но он, по-моему, нормальный. Он нормальный. Алло? Так, какая-то мужская... Я думал, там проход. Сука. Я думал, там речка. Это неправильно. Лох, можно водить таргет первым соском на геймпаде. Правым соском. У меня правого соска нету. У меня вот такой вот геймпад здесь. Вот. Смотри. Получается, вот это айтемы здесь. Сзади два стика. Это бежать, а это прыгать, а это бежать. Потом правый вот этот сосок, я на нем в основном, ну, управляю персонажем. Нет, здесь все видно. Ну, кнопки, естественно. А вот это получается мышка. То есть, смотрите, я вот так хожу, и он, по сути, вот, то есть, камерой управляется. Очень прикольно. И когда выводишь, там небольшая такая. Он как-то вибрирует легонько, именно. Очень даже кайфово. А, у тебя сейчас закончится, ну, ёбаный. Спасибо большое, донейшн, я по сути тебя прочитаю. Опа! Сейчас только я закончу его бомбу. Закончились? Нет. Сейчас я гляну хоть. Ебучий костер. Пошли. Боже, как много Б, костер, ебучий костер, прекрати. Если ты умер, я, по-моему, сейчас отъеду здесь. Так, бандита, что ты сделаешь? Иди сюда. Нет, это тысяч, тысяча! Тысяча тысяч! Еще их много! А, блять! Да! Мне срочно надо на костер. Bonfire. Это беру. Я это приму. Fuck you! Нет! 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 Да! Най! Уходи! Я съем камень! И ты меня не остановишь! Боже, помогите! Чат, на помощь! Я не могу съесть камень! Ешь камень! Они здесь, они здесь, они по одному! Нет, бей, прыгай! Прыгай, как... Никогда не прыгал, фак! Я тебя не боюсь. Опа, я прыгаю назад, нахуй. Все шикарно. Так, здесь маленькое мыло. Надо, не надо наклоняться. И какой-то гем из доты. Рейдер. За свет какой-то. Изи, предрочился. Так, ура, спрыгать вниз. Невозможно. А, здесь... Блять, здесь сложно уже будет. Оу, как я развернулся. Поставлю. Давайте фаербомбой сразу закидаем. Сначала за этого забайтим. Опа! Нате, под ноги. О, 96 хп, нам нормально. Нормально, иди сюда. Иди сюда. Давай, бей меня. Опа, а я такой, опа, а ты такой медленный.
Пришай! Блядь! Нет! Я буду жить! Хорошо, хорошо, я выпью, я просто не нажал вовремя. Как же он много бьет. Теперь я. Нет! Ну что ж такое, он очень... Я нажимаю... Я жив! Я еще жив! Я еще жив! Я еще жив! Надо пить, 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 бухать, пить, бухать. Нормально. Вообще ненормальный. Ненормальный. Фух. Это ж надо было мне выжить за таким КП. Изи. Изи. Вообще, без проблем. С первого раза. Не запотел даже. Ну давай второй, иди сюда. Агрессия на меня. Ты мужчина или нет? Он не хочет на меня агрить. Конечно, нос почесался. Тогда я пойду в пещеру твою, хорошо? Нормально? Нормально. Здесь огонь, он вроде бы меня не дамажит. Все нормально. Блять, что это такое? Не хочу туда. Там какая-то херня. Е-е-е! Что это такое? Кто ты такой? Гадюка какая-то странная, акула-гадюка. Я не знаю, я как ее убить? Я смогу ее копать? Копайте могилу. Давайте одного забайтим. Потому что двумя это не кайф. Да ты, блядь, будешь идти на со мной драться, а? Йоу! Как бэкстебить? Ладно, я вот так могу. Воу! Лол. Борик лежит, поднять нельзя. Пам. Или можно? Можно, наверное. Боже мой, таки, по таким веткам хожу. Нет! Может, здесь какой-то короткий путь есть? Мне кажется, здесь есть какой-то короткий путь. Давайте дадим ему... Щи. Давай. Ё-моё, ты ломаешь-то всё. Ну зачем? Давай, давай. Через костер ТП. Нет, я не с... Он меня просто скинул. Так, ну давай, вторая попытка. Давай, ты и я, один на один. Давай. Давай, один на один, давай. Давай, 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 давай. Иди сюда. Иди сюда. Один на один, как настоящие пидорасы, как ты. Ну я не пидорас, знаешь что? Я умею бегать, а ты... Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Я хотел тебя обмануть, и у меня получилось. По мне стреляют с лука, но... Кого-то унесла птица, что происходит? Если ты осколки нашел. Джокер, я не вижу все сообщения, а когда открываю через Steam Message, ну, я играю через... Блять! Что? Ты кто такой? Нахер! Нахер это дерьмо! А! Да, блять, рыб! Боже! Боже! Мама! Мама! Хилимся! Что происходит? Как же они налетели! Шакалы! Мне не надо пока возвращаться к костру, я могу сам. Как же он бьет копьем? Как же он блокирует? Так, хорошо, это будет немножко посложнее, у них есть щиты. Опа! Па-па-па-па-па-па-па-па-па! Выпьем, выпьем! За любовь, за любовь. Давай, иди сюда, вниз, слабо. Блять, они не слабо. Нет, нет, пожалуйста, не убивайте меня, я очень добрый. Я однажды кошку спас. Блять, куда идти? Нет, не бей, 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 не бей. Иди сюда, не бей. Куда идти?
спрятался. Бежать. Так, это безопасная зона. Так, они опять. Блять, я сейчас отъеду, нахуй. Давай, камушек, давай. Они все сюда пришли, вы серьезно? Вы, блядь, серьезно? Нет, не тут, не та кнопка. Беги. Не та кнопка, блядь. Давай сюда, давай, в туман. Не знаю, что там, но там точно лучше, чем здесь. Да, здесь намного круче. Мне очень нравится. Я здесь останусь. Очень круто, здесь ни одного моба и нет. Они сюда не придут. Они здесь! Здесь какая-то херня. Лифт. Да, нет, едь. Здесь точно будет лучше, чем там. Хо. Изи. Вообще, как-то глубоко меня отвезло. Я застрял. Нет, я не застрял, а приехал. Изи. Так, сюда мне можно? Где закрыто? Может, здесь костер? Я не хочу. Можно назад? Можно назад? Какая дрянь у него в голове. Йоу. Я Никита. Блять, я не хочу. Я выбираю назад, чат. Открой железную дверь сверху и иди. Боже мой, зачем я это сделал? Какая ебака страшная. Я не хочу. Нет, я возвращаюсь. Можно? Мама, нельзя! Ну нахуй. Я же могу так заебать, всех ни с кем не драться, там какие-то мужчины стоят, я такой, нахуй, я такой пробегаю, я в эту игру играю уже 2 дня, даже первый день, я вообще профессиональный игрок, иди сюда, я тебе ивейжу. Но пока все очень круто получается, я ивейжу, я позапрыгиваю, по лестнице нагибаюсь, тут пролетает ворона. Появляется босс какой-то. Я говорю, блять, да что вы делаете-то? Нет, я ем камень, меня нельзя бить, когда ешь камень. Так, надо поменять, быстренько выпить бутылочку вина, бухаем, хорошо себя чувствуем и принимаем моба по одному за... Ага, боитесь вниз спуститься, грязные шакалы? Давай, прыгай. Ну вот мы и поняли, кто они из себя представляют. Смотрите, как там сидит парень на стульчике. Бойтесь. Я понял, нет, я ухожу. Они своего захуярили. Я сразу понял, что там не надо. Нет, не затыкивайте меня. Надо сесть. Дайте и заебейжу вас. Они, по-моему, выбежали. Сейчас я забегу. Я забегу. Опа. По одному давай. Да, блядь. Ну, сука. Блядь. Я проебал все души. Давайте мне похлопаем. Я проебал 6000 душ.